появился он, злодей Кощей! И нападал Кощей на Ивана. Надоело Ивану. Достал он свой кольт 45-го калибра и пристрелил Кощея в голову. Но не падал Кощей. Перезарядил Иван обойму. И снова. Упал Кощей без памяти на сырую землю. А Иван поднял возлюбленную на руки и убежал в далекие поля. Поднялся Кощей, обнял коня крепко-крепко, еще крепче, и поженились они в тот же день.